О, это же Range Rover Evoque. О, ноу. О, ноу. Это боюсь. Будет... Это будет жалко, если он сейчас разобьется. Смотрите, какой он красивый. Это будет реально жалко. Он у нас вообще не битый, да? Четкий. И снова гонки! У нас опять гонки! Сегодня у нас будут безумные прыжки. Прыжок надежды! У нас прыжок надежды! Вы только посмотрите, что мы для вас приготовили! У нас очередная, новая, крутая... Мега-трасса! Мега-трасса! Вот здесь она идет! Здесь гигантский разлом в трассе, смотрите! Там, где внизу живет Мега! Внизу кто живет? Мега! Мегалодон! Да! Ну-ка встань туда в трещину, чтобы было понятно, какого она размера! Руки раздвинь с одного конца до другого! Вот, видите, какая огромная здесь впадина! И наши машинки будут сейчас через эту впадину прыгать, да? Да. Они если будут... они упадут, то их съест мегалодон. Ой. Если машинка не сможет вот здесь вот пролететь, и вот на эту трассу приземлиться, пэнч, и сюда проехать, то ее сожрет. Мегалодон. Бедная машинка, я бы не хотел оказаться на ее месте. У нас сегодня участвуют... как масштабные машинки, да, вот здесь они стоят, модельки, всякие разные, вот здесь их много. И Hot Wheels. А также еще и Hot Wheels мы выберем и посмотрим, Hot Wheels смогут Кстати, преодолеть папа, такое наверное, препятствие. Наверное, Мег не съест вот эту машину, наверное, он точно ее не съест. Мег не съест акулу, потому что он своего собрата не может сожрать, да? Ну да, может быть. Так, сейчас нам нужно выбрать, кто будет участвовать. Да. Ты готов? Да. Пойдем выбирать. Какие масштабные будут за твою команду? У нас будет первая две команды. Первая вот эта. Так, подожди, давай мне, я буду показывать. Lamborghini Huracan. Первая. Lamborghini Huracan. Окей, команда Димона. Первая машина есть. Следующая машина, давай. Это Porsche. Porsche? Да. Вот этот вот синий Porsche. Окей. Я бы тоже хотел себе его в команду. Ну ладно, Димон первый и выбирает. Светло-зеленый Range Rover. Так, и вот этот вот Range Rover Evoque? Да. Он такой тяжелый, не знаю, сможет он перепрыгнуть или нет. Кстати, он такой целенький у нас, возможно, что сейчас он разобьется вообще в хлам. Он не сможет перепрыгнуть и все просто разлетится. Так, три машинки есть. Теперь я выбираю три машинки себе из масштабных. Я хочу вот эту классную. Мне кажется, она поможет мне выиграть. Так, давай я поставлю свою команду вот сюда. Второй машиной. А давай вот здесь посмотрим. Вот здесь, да, на этом столе. О, Альфа, ну-ка, как она ездит? Она в трассу вообще войдет? Да. Войдет. Окей, выбираю второй машинкой Альфу себе. Она очень красивая. Так, и Мерс, Мерс, дай мне Мерса, пожалуйста. Какой? Вот этот вот черный. Все. Я свою команду укомплектовал. Итак, вот как выглядит моя команда. Конечно, должны выбрать Hot Wheels. Так, тут вели стоят, мешаются, давай их уберем. Кстати, эти вели из прошлого нашего видео, да? Да. Так что, если вы не видели, посмотрите, у нас там бились вот эти вели против вот этих вот Hot Wheels. Там было прикольно. Да. Зацените. Ну что, какие Hot Wheels ты ставишь на эту битву? Первый у меня Bugatti. Bugatti, окей, Димон выбирает Bugatti. Ладно, соглашусь. Второй у меня вот кто. Второй Бэтмобиль классический. И третий Монстр Трак. И вот такой вот, ну это не Монстр Трак, наверное, это просто какой-то... Это Монстр Трак. Это кто, Тойота? А, это же этот, Додж. Ну он Монстр Трак. Ну ладно, Димон считает, что это Монстр Трак. Вот, ну да, он на таких огромных колесах, да, это и есть Монстр Трак. Ладно, Димон выбрал себе вот такие три машинки для битвы. Сейчас все начнется, посмотрим, кто из них вообще выживет. Вот теперь я выбираю. Этом, либо вот на этом. Да, там еще целый стол. Ну пойдемте туда, папа, сходим. Я тебе предлагаю взять вот это, потому что вот это не съест мегалодон. Ладно, она хорошо ест? Ой, ест, говорю. Ездит. Ездит. Смотри, она едет, у нее пасть открывается. Закрывается. Ладно, окей, я беру эту акулу, хотя я, если честно, думаю, что она совсем не сможет прыгнуть. Ладно, акула есть. И еще одну машинку. Вот это, вот это мне нравится, вот она. Вот, она тяжелая, она быстрая, она красивая. И, ну и давайте вот эту, или нет, или Поршик. Нет, я всегда выбираю Поршик, и давайте я лучше вот эту возьму. Все, команды скомплектованы. Вот так выглядит моя команда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня просто нереально крутая Раз, команда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вот эта команда Димона, и она тоже крутая.
Ну что, прежде чем начать, нам нужно выбрать, за кого мы болеем. Да. А чтобы понимать, за кого болеть, ты должен назвать свою команду. Как ты назовешь команду? Команда А. Команда А. У тебя будет команда А? Вот это вот команда А. Окей, тогда я свою команду, знаешь, как назову? Как? Команда Б. Команда Б. Все очень просто. Вот это стоит команда Б. Те, кто болеют за эту команду, ваш хэштег команда Б. Пишите прямо сейчас в комментариях. Если вы думаете, что победит моя команда, которую я выбрал в машинке, ваш хэштег команда Б. Если вы думаете, что победит команда Димона, вот эти вот крутые машины, тогда ваш хэштег... Хэштег команда А. Команда А, да. Ну а если вы думаете, что ни одна из машин не сможет перепрыгнуть и ни одна из команд не победит, то ваш хэштег... Мегалодон. Мегалодон, да. Значит, машинки провалились вот в эту пропасть, и вы болели за мегалодона. Так что пишем ваши хэштеги, а мы... Начинаем. Ну все, мы переехали на нашу пусковую площадку. Вот здесь стоят машинки. Димон стоит в позе деп. Стоит на стульчике, потому что очень высоко у нас спуск. Смотрите, трасса начинается вот здесь. Вот здесь она начинается. Димон ставит просто машинку. Не заводим мы машинки. Он просто ее ставит и потихонечку подталкивает. Как только машинка поехала сама, она улетает туда вниз горы. И вот такую гигантскую трассу ей надо преодолеть. Давайте пройдемся. Выиграет тот, кто больше всех допрыгнет. Да, победит тот, кто пропрыгнет, чья команда больше перелетит, да? Да. То есть, если у Димона перелетят 3 машинки, а у меня 2, значит, команда Димона победила, команда А победила. Все, вот такой вот у нас разрыв. Фау! Я надеюсь, что кому-нибудь все-таки удастся. Мы пускаем сначала одну масштабную, потом одну Hot Wheels, одну масштабную, одну Hot Wheels, окей? Да. Готов? Давай, первую машинку из какой команды пускаешь, из своей или из моей? Окей, давай, моя будет первопроходцем, поехали. Какую берешь? Твою, вот эту. Самая первая, это будет Hot Wheels, окей, это у нас... Акула. Акула! Ну давайте посмотрим, на что она способна, ставь ее на старт. У нее арты тут нарисованы. Давай, потихонечку. Так, готов? Да. Считай. Я уже пустил. Она даже не смогла перепрыгнуть. Твоя машина. Подожди, а ты почему ее задом наперед-то отпустил? Нет, я ее передом. А, ты передом отпустил? Да. Она развернулась, что ли? Да. Ха, прикольно. Она развернулась в обратную сторону. Ладно, пока что у меня поражение. Она ее и не мегалодон не съел, и она не упала. Прям как Димон и говорил, что ее не сможет съесть мегалодон. Ладно, ставим пока в сторонку. Вот поэтому ее мегалодон не съел. Да. Так, ну что, следующая машинка из твоей команды. Кого ты берешь? Бэтмобиль. Бэтмобиль. Вот такой вот классический, настоящий, оригинальный Бэтмобиль, да? Самый первый, который вот здесь турбиной. Самый-самый первый Бэтмобиль. Ну ладно, посмотрим, как он справится. Так, подожди, я отойду. Ну что, готов? Да. Ну, давай. 3, 2, 1. Есть! Он перепрыгнул! Да, он перепрыгнул! Ура, ура, смотрите, ура. Он перевернулся, но тем не менее ему удалось преодолеть. Ладно, записываем его в победители. Пока команда А побеждает. Я победителя поставлю вот здесь. Окей, следующее. Сейчас пойдут масштабные. Это будет круто. Сейчас пойдет вот это. Давай, мою ставь. О-хо-хо-хо-хо, даже жалко, если она сейчас разобьется. Вот такая вот классная точила от моей команды сейчас полетит. Я надеюсь, смотрите, она вся целенькая. Я надеюсь, что после этого прыжка она такой и останется, что она не разобьется. Ну что? Фух, я прям переживаю. Давай масштабное, не подведи. 3, 2, 1. А-а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 
Тебя сожрал мегалодон. Она почти что смогла. Где она? You died. Так, она аж вот сюда улетела, куда-то вообще в закрома. You died. Блин, жалко. You died, Димон орёт, Димон орёт. Тебя съел мегалодон. Черт побери, мы вообще проигрываем. Машинка, тебя съел мегалодон. Ладно, поставим ее к лузерам, к тем, кто не смог. Черт побери, 2-1, мы проигрываем. Давай посмотрим, как твоя масштабная сейчас справится. Сейчас я возьму Порш. Так, Порш. Димон поставил на старт Порш. Он очень низкий, низкий центр тяжести. И он не очень тяжелый, так что у него есть все шансы перепрыгнуть. Блин, ну жалко, моя почти что, блин, она перепрыгнула и вылетела в конце. Ладно, все, неважно, смотрим. Димона машинка. 3, 2, 1. Я тоже съел мегалодон. Твой вообще не смог. Но у меня хотя бы одно очко. Вообще никуда. Он вообще не долетел. Слушай, я думал, если честно, я думал, что у него результат будет лучше. Ладно, он не побился, и это уже хорошо. Ставим его к лузерам. И счет у нас получается 2-1 в пользу команды А. Так, следующая машинка Hot Wheels от моей команды. Давай я сам выберу. Давай сейчас поедет вот это. Давай. Крутейшая точила. Смотри, 8. Она тоже очень низкая, и она гоночная, у нее какие-то безумные турбины. Да. Я думаю, это ей поможет. Ну что, ты готов? Да. Так, подожди, я отойду на лучшее расстояние. Итак. 3, 2, 1. Она даже вот сюда, на второй этаж у нас спустилась. Смотри. Ты видел? Она проехала по трассе и даже смогла преодолеть вот этот вот трамплин и спуститься еще на уровень ниже. Круть! Да, команда Б вперед! Ставим ее к победителям. Команда Б решает. 1-1. Следующая. У Бугатти есть все шансы. Бугатти. Это уже... Смотри, она, кстати, в цвет трассы практически, да? Да. Это уже серьезно. Это очень мощная машина. Давайте, команда А, если вы болеете за эту машину... Пишите в комментариях Бугатти. 3, 2, 1. Ты видел, что это было вообще? Бугатти, она легла прямо на крест. Ладно, но раз уж мы договорились, что если перепрыгнула и перевернулась, это зачет, то значит она тоже идет в зачет. Это, конечно, было очень интересно. Вот так вот выглядит наш сейчас счет. Вот счет, вот счет. Да, вот Димон показывает, 2-1. Теперь твоя масштабная. Теперь моя масштабная. О, Альфа. Альфа, давай не подведи. У нее короткая база, у нее большие колеса, и она очень быстрая. Я надеюсь, она мне поможет. Фух, ну что, приготовился? Готов. Я готов. 3, 2, 1. Е! Меня сожрал мегалодон. Все, you die. Черт, Альфа, ну как так, Альфа, почему? Наверное, потому что она слишком большая. Большая? Да, ну она как-то. Она как-то не смогла разогнаться, жаль. Да. Жаль, Альфа, очень жаль. Так, мои проигравшие, значит, вот здесь.
Димона, теперь проигравший самая здесь. Самая хрупкая машина от меня. Самая хрупкая? О, это же Range Rover Evoque. О, oh, no. Я это боюсь. Это будет жалко, если он сейчас разобьется. Смотрите, какой он красивый. Это будет реально жалко. Он у нас вообще не битый, да? Четкий. Ну что, пришло время выяснить, сожрет ли мегалодон. Сердечко стучит очень сильно. Сердечко стучит? Вот так. Ну давай, сердечко, ладно. Я надеюсь, все будет хорошо. 2, 1. С ним произошло то же самое, что и с моим мустангом. Он улетел вот сюда. Давайте посмотрим. Ни одной царапинки. Да, с ним все в порядке. Если только не считать, что его сожрал мегалодон, так-то с ним все отлично. Но мы его ставим к проигравшим. Так, все, поставили его к лузерам, к димоновским. Получается 2-3. Ну что, следующий момент. Мой Поршик. О, вот такой вот он красивый. Вы посмотрите на него. Красивый, но при этом очень быстрый. Он сейчас очень легко преодолеет трещину. Я раньше с ним катался, то я раньше тоже катал на горках. Я увидел, что он чуть-чуть медленный. Медленный? Да, чуть-чуть медленнее. Ну давай проверим. Ты готов? Да. Давай. 3, 2, 1. Вот это был прыжок! Вот это Порш! Допрыгнул, а теперь еще и съеден мегалодоном. Он просто нереально какой-то быстрый. Ты видел, как он пролетел? Да. Он прыгнул так, что у него еще вот так вот. Фау, еще запас остался. Он приземлился где-то аж вот здесь. И еще там приземлился, короче, на вторую трассу. И в общем, это победитель. Мегалодон. Реально победитель из победителей. Никакой мегалодон его не съел, он уже там где-то упал. Это не считается. Так, пока что у нас в победителях одни только Hot Wheels, Димон. Монстр Трак, не подведи. Так, Димон ставит Монстр Трак. Ну что, не знаю. Он довольно быстрый. С такими колесами сможет ли? Давай проверим. Я отхожу. 3, 2, давай. 1, 0. Нет, он не смог. Его сожрал мегалодон. Так что Монстр Трак тебя не спас. Убираем его к лузерам. Наконец-то. У нас счет сравнялся, Димон. У нас осталось по одной машинке, у нас ничья. У нас реально ничья. Смотрите, у нас осталось у Димона Ламборгини, у меня Мерседес. А по факту у нас ничья. Вы только посмотрите. Если сейчас кто-нибудь из нас выиграет, то, соответственно, во всей гонке будет победителем признана та команда, которая сейчас выиграет. Давай, бери свою, или какую там едет, моя или твоя? Твоя. Мой Мерс на старте. Мерсик, давай. Если ты сейчас сможешь, то Димон уже точно не выиграет. 3, 2, 1, 0. Perfect.
Да, наши победили. Круто. И он встал на все четыре, да, он там пролетел. Дизлайк. Он пролетел там где-то что-то на крыше, но в конце он встал на все четыре колеса. Мерсик, я готов тебя расцеловать. Ты вывел нашу команду вперед. Дизлайк. Так, но мы не расслабляемся, потому что у Димона тоже есть шанс. Сейчас будет либо ничья, либо, наконец-то, моя команда выиграет, и все не будут говорить, что я специально что-то подстроил, чтобы Димон выиграл. Так, смотрим. Ламборгини. Вроде без особых повреждений. Я надеюсь, что она не сможет перепрыгнуть, но у нее вроде все целое. А Ламборгини, как мы знаем, они очень быстрые, да? Да. Ну что, давай. Три. Финальный прыжок. Один. Ноль. Дам! Лайк. О, да, ты знаешь, что это значит? Что? Это значит, что твою Ламборгини сожрал мегалодон, а еще это значит, что команда Б победила! Поздравляю всех, кто болел за команду Б! Дизлайк! Вот такая у нас получилась битва. Вот они наши победители. Мерседес принес нам победу, которую мы реально заслужили. Поршик очень круто прыгнул, просто красавчик. Ну и димоновские победители. Ну что, Димон, круто погоняли? Да! По-моему, тоже было очень круто. Друзья, пишите в комментариях, понравились вам наши прыжки или нет. Ну что ты выиграл? В следующих гонках я выиграю. Димон, короче, обещает, что в следующий раз меня победит, да. Обязательно с вас лайки за такое... За поддержку. За такую крутую, да, постройку, за нашу трассу. Нам будет приятно, если вы поддержите нас лайком, да. И да. Это позволит нам построить еще более крутые очень трассы. Очень много лайков ставить. Да. Ладно, ну что, на этом на сегодня все. Обязательно посмотрите предыдущее видео про Hot Wheels против Вэлли. А ты подписался на канал Ржекот? Обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить то, как Димон меня попытается выиграть в следующий раз. Да. Ну а на этом на сегодня все. Всем пока!